Всем привет, ребятушки! Доброе утро! Сегодня у нас суббота, и я с утра, как вы видите, занимаюсь монтированием видео. Что-то у меня пошло не так. Сегодня я выложила видео, но почему-то оно в некоторых местах зависало, и изображение не шло, а шел только звук. В общем, пришлось мне сейчас удалить те куски, которые зависали, и сделаю перезалив на канал. А потом мы с Алиной поедем, у нас сегодня насыщенный день, у нас сегодня занятие. Потом мы едем в книжный магазин, захотела Алина пополнить коллекцию книжек, какую я потом вам покажу обязательно. А потом мы поедем в KFC, первый раз мы будем в KFC, решили попробовать, что у них там вкусненького есть. Возьмем с собой домой. Из-за ковида мы боимся кушать сейчас в общественных местах, потому что у нас в Латвии прирост довольно-таки сильный заболевших. Поэтому возьмем себе вкусняшечку и перевезем ее домой. Все это время вы будете с нами, будете видеть, чем мы занимаемся, исключая занятия в театральной студии. На занятия в театральной студии я присутствовать не смогу. У нас только дети, и у них строгая дистанция будет 2 метра, и они не будут контактировать друг с другом, не будут подходить друг к другу, будут так называемый театр кабуки пробовать, театр на стульях. Это связано с ограничениями по ковиду. Ограничения по ковиду, которые предусматривают, что у каждого человека должно быть свое фиксированное место, и участники мероприятия должны находиться на 2 метра дистанции друг от друга. В остальных кружках мы занимаемся дистанционно. Поэтому поставили опять Zoom, подключаем камеру и занимаемся танцами опять дистанционно до 6 ноября. Ладненько, оставайтесь с нами и будете видеть, чем будем заниматься сегодня. Кот, который любит бумажные пакеты. И полиэтиленовые пакеты тоже этот кот любит. Ну, слезай. Не хочешь. Тебе что-то так вчера понравилось. Давай. Ну? Вчера залезала в этот пакетик и там лежала. А сегодня вредничает, когда мама с камерой. Да, сегодня надо щечки почесать. Да, щечки почесать хочется. Ну все, ладно. Чешись. Я уже успела отвезти Алину на занятие, доехать до дома, и сейчас я уже еду за Алиной снова. И вот включила камеру, чтобы вам показать наших копателей. Это в Латвии, в очередной раз в Латвии, точнее в Риге, скажем так, в очередной раз ищут нефть. И ищут нефть так, что перекрыли всю улицу. Я шучу, конечно, про нефть. Тут ремонт уже давно, а сейчас они вон кирпич поставили, если видно вам. И объезжать, то есть прямо нельзя ехать, а всегда можно прямо было ехать, и это самый короткий путь Калинин занять. А сейчас либо направо, либо налево. И мне-то удобнее было ехать налево, но я, поскольку вообще не ожидала такого поворота событий, перестроилась вправо, потому что тут левый поворот никогда не был разрешен. В общем, перестроился вправо, в итоге ехали мы в объезд с Алиной, опоздали на занятия. Эти копатели мне уже, конечно, достали. С одной стороны, хорошо, что они дорогу ремонтируют. С другой стороны, вот сейчас поедем мы с вами дальше, выйдем на ту улицу, где Алина занимается, и вы увидите, как там все интересно. Я забираю ребенка в каких-то невозможных условиях. И так и все родители. Там не встать негде, и не выйти ребенку, не пройти. В общем, ребенок сегодня у меня вышел, чуть под машину не попал. Ну, как и ребенок, она закопалась. Дверь открыла, пока она там, я ей сказала, выходи, а пока она там соображала, что к чему, открыла дверь, там уже машина. И я ее за куртку схватила, говорю, стой. И, в общем, машина остановилась, тогда она вышла только.
И сейчас я буду ее забирать, и вы посмотрите, как это все выглядит красиво. Честно говоря, эти копатели уже могли бы и закончить свой ремонт, и побыстрее надо их делать как-то. И тут мне вот сейчас направо нужно перестроиться. Все тут только налево, а мне нужно прямо. В общем, все это дороги переделали. Катастрофа какая-то. Как мне надо сейчас на Авату выехать? Я тут уже 100 лет не ездила, собственно говоря, по этой улице за ребенком. А уже забыла, как тут, куда тут поворачивать. Потому что тут левый поворот, вот с моста налево, где мы ехали сейчас налево. Он давно уже тут запрещен. А сейчас из-за ремонта снова опять разрешили ворачивать. Я уже забыла, как это тут ехать. Там мне сейчас прямо. Потом направо. Главное не заблудиться, потому что 5 минут осталось до того времени, как мне забирать ребенка. Ладненько, я включу камеру там, где буду уже подъезжать к этой разрухе. Встретимся с вами уже около линейных занятий. Вот сейчас я поворачиваю на эту улицу. Прекрасно. И у нас начинается веселье. Ой. Ужас просто. Оп. Копатели, понимаешь? Типа показано, проезда нет. А как людям ехать? Ну. Вот это рытвины. Не знаю, вообще видно впереди эти рытвины. Тут сейчас я камеру уроню и колеса потеряю. Тут асфальт полностью снят, вообще снят просто. И грунтовая дорога. А еще и с ямами, колдобинами. И это просто нужно людей, которые это делают, сразу же под суд отдавать. Хотя там стоят знаки, да, что туда типа нежелательно, ну, не то, что нежелательно, а нельзя ехать. Там бездорожье, в общем-то. Но людям, которым надо ехать от другого пути, тут на Бруненко улицу попасть, нету. В общем, короче, мне эти искатели нефти, копатели уже надоели. Ребята, скажу вам так, камера трясется, сорян, я тут еду по этим, по колдобинам, но там уже я почти подъехала. Алинке сейчас уже занятие закончилось. Я ей сказала, что если она выйдет, она ждала меня, стояла, никуда не рыпалась. Но сейчас она еще не вышла, потому что пока она сходит свои дела, сделает конфетку, скушит, как их всегда угощают конфетками. В общем, поехала. Так, какие-то дети там уже вышли. А, вон и моя уже ждет. У-ху! Значит, все-таки они чуть раньше закончили. Моя меня уже ждет. Ну, сейчас стоит кучка детей, и все ждут своих родителей. Кто куда? Стоит кучка детей, и все ждут своих родителей. В общем, выбирай любого, который нравится ребенка. Ну что, много книг или куда? Да, привет, много книг. Закрывай дверцу. Стоят дети, выбирай любого называть. Все стоят, ждут своих. А что, вы раньше закончили? Нет, как обычно. А сейчас половина. Хореографии почему-то не было. Сейчас только половина, привет. Привет. Сейчас только половина. И вы что, уже закончили, да? Нет, сейчас не половина, а все. А все разом. А так, а что у вас не было хореографии? Не что знаю. Вы... А что вы 2 часа делали? Ну, по большей части там актерская, и было много интересных упражнений. Понравилось тебе, в общем, да? Да? Ладно, все, едем много книг тогда. Едем много книг, mm-hmm. чтобы купить мне еще книг, потому что я в последнее время слишком зачитываюсь, и мне нужны новые уже. Так это замечательно.
Посмотри, не раскошелиться на этих книгах. А, ничего, книжки это такое дело, можно раскошелиться. Да. Да, едем. И все, они не очень страшные. Вот Алина книжки для Хэллоуина обнаружила. Скоро же Хэллоуин. Не брои, не их. Про тыковку? Что ты? Все, мы пришли много книг за книгами. Будем сейчас Алине выбирать книжечки. Вот сейчас будем искать книжку, которую хотела Алина. Мы с Алинушкой искали вот из этой серии книжку. К сожалению, она тут одна. В трех экземплярах «Замок секретом» у нас уже есть. И у нас есть еще «Танец звездочки». Ой, вот этот. Да, из этой серии у нас есть еще «Танец звездочки». Вот этот. И все. Раз, два, три, четыре. И еще 5 книг, но, к сожалению, здесь нету. Мы еще сегодня будем в другом магазине. Заедем туда, а пока что Алинушка вот такую выбрала себе книжку. «Новые проделки близнецов в школе Сент-Клэр». Она пробует почитать. И еще выбирает. Все. Мы взяли ту книжку, которую выбрала Алина. Мы вам ее показывали. И теперь мы едем за папой. И едем в другой большой магазин, торговый центр. Там нам нужны товары для Хэллоуина. И что? И KFC. Да, и KFC. После того, как мы съездим в KFC, мы поедем домой. И я сяду смотреть «Ледниковый период» и кушать куриные крылышки из KFC. А ты что будешь делать, когда придешь домой? Конечно, смотреть видео. Ты что? Понятно. И особенно страшные. А может, читать новую книгу? Нет, это... Ясно. А может, уроки делать? Нет. Это попозже. Все попозже, понятно. Да. Девиз наш, все попозже, все потом. Не делай сегодня то, что можешь делать завтра, да? Угу. Понятно. Окей, поехали за папой и Вальфу. Итак, мы идем за товарами для Хэллоуина. Руки. Мыли. Кап. Ничего, так ничего, идем дальше. Хотя. А можно вот эту корзинку? И что ты в нее будешь складывать? Конфеты. Конфеты? Там что-то мигает. Она зажигается. Да, там какой-то включатель. Посмотрим. Внутри белый, это не это бар. Мама, не выключай. А тут чем-то шала. Вот такая смешная корзинка. Алина думает, что взять ее или нет. Нет, я не беру. Ну, она не берет ее. И мячик. Смотри, Алин. Смотри, Алинка. Тут есть такой мячик, как у тети Кристины. Всего 8 евро стоит. И массажные мячики для ручек есть. А это что? Это охлаждающий и согревающий гелевый пакет для многократного использования. И можно и охлаждаться, и согреваться. Наверное, он как-то гелевые шарики такие. Ладно, пока отдел. Человечки, да. Это для рисования. Угу. И тут же все принадлежности для рисования. Скетчбуки. Краски. Угу. Руки. Угу. Thank you.
Откуда это? Из Пакмана. Из Пакмана. Ну что, все? Тут ничего больше для Хэллоуина нет, я так понимаю. Ну давай до конца дойдем и там вы опять зайдем. Не так. Что? Можно так? А зачем тебе? У нас нет жидкого мыла. Ну, заведем. Заведем, да. Заведем, заведем. В общем, товары для Хэллоуина на этом закончились. Три растения. Декоративные. Но они не живые, не искусственные, конечно. Даже рюкзаки и зонтики тут есть. Такого паука? Да. А что? Милый. Паучок. Стики фан. Он милый. Липкие приколы. Он липкий. Ну что? Ну я не против, если ты хочешь такого паука. У нас же будет праздник, да? Да. Хэллоуинские стаканчики хочешь? Да. Покажи. Такие белые? Да. Нет проблем, хорошо. Про липакучки. Трубочки тебе не надо хэллоуинские такие? Да. Ай. Вот. Да. Надо. Ну хорошо, бери. И хэллоуинские трубочки. Ну, вот такой пока у нас выбор, да? Паук, хэллоуинские трубочки и хэллоуинские стаканчики. Не можно еще что-то маленькое? Ну пойдем посмотрим. Что это? О, господи, сколько стоит эта штука? Там должно быть написано. Штрих-код только есть. Сколько стоит не написано? А там должна была быть цена на нем написана. Не знаю. Ладно. Это лауреат. Самый лучший костюм. На нем написано. Вот здесь написано. Самый лучший костюм. Ну ладно, бери, хорошо. Паним плидзи. А по-русски нету? По-русски. Как будто бы латышки. Есть. А, вон есть, латышки. По-русски. О, отлично. Так, ну вот, смотрите. Что это? Это мало. KFC баскеты. Это типа вот эта курица, да? Да. Первый раз KFC называется. Острые крылья. Это острые. Хрустящие стрипсы. Это что? Хрустящие. Блин. Это курица какая-то. Ну, это курица панировка. Ножки по оригинальному рецепту, смотри. А цена такая же, как тех. Можно взять. Есть там микс для четырех какой-то. А это. А что это? А я курица. Это не хочу. А я. А смотри, можно что это. Я вам скажу. Давай, давай. Смотрите. Что вас интересует? Алин, подожди, смотри. 4 стрипса, 8 острых крылышек, 4 ножки по оригинальному рецепту. Это все. Ну это не 4. Ну там острые, да. Острые нам не надо. Ну смотри, есть ну, не что? Острые. Так, показывай. Заказали мы. Заказали мы, в общем, крылышки. Сколько? 18 штук. Поделим на троих. И сейчас ждем свой заказ и поедем домой. Вот в этом вот пакетике из KFC 22 евро. 18 крылышек в кляре. Не очень-то дешево, я бы сказала. Ну, один раз можно. Не-не, сейчас открою.
Нифига себе, какие большие. Я думала, они маленькие, они большие. Раз. Два. Большие. Три. Нифига, если бы я знала, что такие большие, можно было и меньше брать. Раз, два, три, четыре. Пять. Походу по шесть штук. Какие-то соусы тут еще какие-то. Да, честно говоря, они довольно-таки большие. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И там получается шесть раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Да, каждому по шесть. Ну, такие большие крышки. Так, внимание, вся сулетная кукала. Ага. Ой, желейный, что ли? Нет, он несъедобный. В смысле, на желейный, в смысле... Он несъедобный. Мама, отпусти. Липкий? Да, липкий. О. На стене держится? Ну, в принципе, да. О, прикольно. Да, прикольно, правда. Класс. Пап, посмотри, у тебя появился дружок. Нет, нет, спасибо. В общем, это оказалось не соус. Я думала, это соус, а там три салфетка руки вытирали. Понятно. Так, сейчас я буду пробовать, вкусно или невкусно, я вам скажу. Вкусно. Так, вроде бы это обыкновенная курица, но тот кляр, в котором она есть, он придает ей необычный вкус. Да, вкусно. Ну, теоретически дома можно такое приготовить, если набить руку. Цена 22 евро за 18 штучек. Меня, конечно... удивило. Конечно, приготовить их можно за другие деньги. Но мы решили разочек попробовать. Ну и так, на этом все. Я сажусь смотреть ледниковый период и отдыхать. Набегались сегодня, находились, напокупались. Спасибо вам, что были с нами в наш выходной день. Всем пока-пока.